Всем привет! Снова с вами я, Димас. Вы на канале Hooks Brother Hooks. С нами также оператор Антон. Куда без него? Если я здесь, он там. По-другому никак. И сегодня у нас такая небольшая рубрика, наша новая. Мы делаем алкогольные коктейли, так сказать, по их образу и подобию, на свой лад, в наших домашних условиях. Почти как классический рецепт, как его употребляют где-нибудь там в баре, вам делает какой-нибудь бариста там. С всякими там флаерингом и тому подобное. Мы этим заниматься равно не будем. Просто будем делать способы там каким-нибудь обычным билд, там, шот или еще что-то подобное. Для вас сегодня будем делать такой коктейль. Он легкий довольно-таки. Называется Апероль Шприц. Ну или по-разному просто Апероль или Шприц его называют. И как по классике он делается не слишком алкогольный. Он делается из Апероля с добавлением шампанского сухого и льда. Возьмем бокальчик, лед. Вот, лед, как в условиях наших, мы морозим сами. Ледогенератора у нас нет. Льда побольше. Лед — это деньги бармена считается. В классике в этот коктейль надо лед дробить, фраппе делать, но у нас нет аппарата, чтобы делать фраппе. Можно через мясорубку сделать, но мы не будем делать. Просто кубики возьмем льда. У нас нету апероля, мы заменили ее водкой обычной, стандартной. Ну и сделаем чуть крепенький, если на этот бокал, на 250 мл, мы используем 50 мл водки. Ну, можно чуть поменьше взять. Сейчас посмотрим. Ну да, возьмем почти где-то, может, даже не 50, это рюмочка. Возьмем 30 или 20 мл водки обычной. Сейчас делают всякие подобные, неалкогольные, ну, разных видов. Мы будем использовать его со вкусом апероля. Но газированный при этом. Апероль не газированный, просто довольно-таки там крепкий. Вот его добавляем тоже. Как бы для цвета нам больше не надо, он даст вкус, цвет. Также идет шампанское сюда. Полусухое. Взяли розовое. Мы добавляем розовое шампанское, он тоже подойдет к этому цвету. И получается у нас коктейль за счет шампанского, он газированный. И дольку апельсина добавим. Можно внутрь кинуть, можно повесить, как вам больше нравится. Мы повесим. Можем даже немножко вот сока выдавить апельсиновый. Что-то подобие зонтика груши у нас. Делаем украшение. Можно воткнуть в апельсин, можно просто поставить. И трубочку. Коктейль готов. Опять же, он крепкий у нас, мы его помешаем. Чтобы в процессе лед для этого есть, чтобы смешивалось все. Вот способ приготовления, просто обычный билд называется. Все замешалось, будем пробовать сейчас, что у нас получилось. Ну, шампанское прям чувствуется вообще сразу. В принципе, так и нужно. В этом коктейле чувствуется шампанское. Он не слишком сладкий. Апероль более сладкий, он такой как битер получается. Вкус у него более насыщенный. Здесь, конечно, не такой сильный насыщенный вкус. Может быть, из-за этого так сильно чувствуется шампанское. Водка не чувствуется, крепкий алкоголь вообще в принципе. Пожалуйста, как можно приготовить легкий коктейль. Такой он для девочек, девочки его любят. Но при этом он там есть алкоголь. Водка совсем не чувствуется. Реально, девочкам, я думаю, понравится вот такая штука. Лед тоже может меньше добавлять. В итоге разбавит, потает и разбавит. Нам всю крепость уберет. Мы приготовили для вас наши новые рубрики. Коктейль, Апероль Шприц. Пробуйте, готовьте. С вами был, как всегда, Димас. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Вы были на канале Hooks Brother Hooks. Оператор Антон тоже вам машет рукой. Увидимся снова. Рад были вас видеть. Пока-пока.